Проспект Гагарина, час ночи. Автомобиль Mitsubishi Outlander, двигавшийся в направлении центра в районе улицы Державинской, потерял управление, вылетел с проезжей части, зацепил электроопору и перевернулся. 39-летний водитель получил смертельные травмы. Его спутница была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами ребер и травмами внутренних органов. По напрямку руху правое узбечье было с снеговой, скажем, накатом таким, то автомобиль перелетел через цей сніговий накат і в послідуючому вже зіткнувся з перешкодою і перекинувся. Можливо, швидкість була і перевищена. В 3 часа ночи на этом же участке проспекта опрокинулся еще один автомобиль. Hyundai, ехавший в сторону аэропорта, на закруглении дороги наехал на бордюр и перевернулся. Женщину, управлявшую автомобилем, с места аварии забирала скорая. И в этот же день в 2 ДТП с участием полицейских есть пострадавшие. В 6 утра на пересечении улицы Холодногорской и Полтавского шляха в аварию попал патрульный «Приус». По словам очевидцев, патрульные пытались преследовать автомобиль «Ауди», однако тот протаранил «Приус» и скрылся, попутно зацепив одного из полицейских. Экипаж, продолживший погоню, нарушителя не догнал. По словам все тех же очевидцев, копы применили оружие, однако от комментариев на эту тему в пресс-службе патрульных отказались, со ссылкой на то, что ведутся следственные действия. Этим же вечером около 6 на пересечении Окружной и Людвига Свободы в полицейский ВАЗ-2107 врезался автомобиль, который с места скрылся. Водитель и 2 его пассажира, сотрудники одного из отделов полиции, находившиеся на службе, были госпитализированы. Как сообщили в нацполиции, их машина двигалась по Окружной. Машина нарушителей выехала с подъездной дороги. Порушивши правила дорожнього руху, а саме не надав перевагу транспортному засобу, який рухається по головній дорозі, скоїв зіткнення і послідуючим залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Близько 20:30 було введено план перехват. В ході проведення оперативно-розшукових заходів на проспекті Перемоги в районі будинку 65 було встановлено автомобіль, знайдено автомобіль ГАЗ-24 «Волга». На машине характерные следы повреждений. Водителя на месте нет. Сейчас его ищут. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».